Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы выполним задание Lesson 18, урок 18, Exercise number 2, упражнение номер 2. Расскажи о семье Браун от имени Джима или Джилл. Используй картинку к упражнению 1 и модель. Обозначение каждого знака модели вы можете найти на второй странице учебника. А также сейчас я кратко расскажу. Итак, первый знак, белый квадрат, это местоимение. Кто? I или, если же мы будем рассказывать от своего имени в притяжательном падеже, то мы говорим my, мой, мое, моя. Следующий знак, это глагол have got. Переводится как «я имею» или «у меня есть». И черный квадрат – это объект или качество. В данном случае объектом будут служить названия членов семьи. Например, «маде» или «фаде» и так далее. Теперь по этой модели попробуем составить предложение. Итак, my name, это все будет относиться к первому знаку действующему лицу. My name is, это глагол связка. Модели ее нет, но модель она обозначается вот таким знаком. Это будет глагол связка to be в настоящем времени. Будем использовать is. My name is Jill. Меня зовут Джилл. Дальше. У меня есть мама, папа, брат, дедушка и бабушка. Мы говорим I have got. И перечисляем. A mother, a father, a brother, a grandfather, and a grandmother. Вот такой получился рассказ. My name is Jill. I have got a mother, a father, a brother, a grandfather and a grandmother. Меня зовут Джилл. У меня есть мама, папа, брат, дедушка и бабушка. Задание выполнено. Если хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал и на наши группы в социальных сетях.